Александр Ким – один из основателей анапской школы контактного карате. Вот уже почти 20 лет он возглавляет это движение на курорте. На эту встречу сенсей приехал вместе со своими воспитанниками. Мероприятие получилось массовым. Почти 300 школьников узнали, с чего начинается утро у настоящих чемпионов. Мне очень понравилось. Я первый раз увидел чемпиона. Первый раз с ним особенно зарядку сделал. Вообще так понравилось. Мне больше всего понравилась зарядка. Почаще бы проводились такие эмоции, словами пересказать невозможно. Было очень круто. Визит известного спортсмена в село Джигинка не случайен. Это первое знакомство с ребятами. Сейчас Александр Ким вместе с руководством Джигинского сельского округа рассматривает вопрос об организации бесплатной секции восточных единоборств на базе школы. Я очень надеюсь, что при поддержке главы муниципального образования города Анапа Юрия Федоровича Полякова мы обязательно добьемся того, чтобы сделать здесь отделение нашей школы. Потому что здесь есть и желание, и потенциал, и дети. Все необходимое для полноценной работы здесь есть. Поэтому мы рассчитываем и надеемся. И, конечно же, это все будет нормально. Юрий Федорович Поляков, он очень поддерживает спортсменов. Он очень трепетно относится к нашей работе, к нашему труду. И я думаю, что у нас все получится. Активный, здоровый образ жизни является неотъемлемой частью жизни любого человека, особенно школьника. И, как показало сегодняшнее утро, большинство, по крайней мере, этих ребят выбирают спорт. Руслан Душевский, Анапа регион.